Поехали на рыбалку. Время 4:30 утра уже. Поехали в Тайтубе, это где Коше. Кстати, сегодняшнего дня, со вчерашнего дня, Коше. Статус города, да, дали? Областного назначения, то есть Акмолинской области. Город Акмолинской области будет. Акмолинская область. Вот это Акмолинская область. Там яма есть. 7 градус жылы болып тұр. Кішкене салқында болып тұр. Міне құдай қаласа, бірінші қармақты салып қойдық. Екінші қармақты дайын деп жатырсыз ба? Құдай қаласа. Донка. Зацеп көп екен мына жерде. Yes. Короче, июль месяц, 28-е. Утром было холоднее, конечно. Салам алейкум, ребята. Как мы договаривались, уборка мусора, уборка местности. Вот эта сторона уже более-менее чистая стала. Сейчас остаток здесь уберем, добьем. Сожгем то, что можно сжечь, а все остальное... То, что нельзя сжечь, с собой заберем в город. Давайте, ребята, запускаем челлендж. Завтрак. Алты жарым болып қапты саған. Тартып жатыр, қауып жатыр. Есть, да? Видно что-то. О, Дима. Подлечь. Тат-тат-тат-тат до конца. Ой, ой, ой. Поклевка есть, но мелочь, как она достала, все съедает, особенно через на кукурузу сегодня что-то вообще не идет. А тем временем мы будем готовить рыбу. Время 10 часов, активность рыбы поубавилась, видать, на отдых ушла рыба,
Тем временем у нас вот сегодня дежурный по кухне Таке. Шайымыз қайнайын деп қалды. О, жатсы жайлы ғой. Шаршадыңыз ба? Картошка балықтарымыз пісейін деп қалды. Кішкене уақыт қалды. Детство. Зацеп бумаганда суға түспесе дейді. Астық қас колючий. Еще зацеп болған мен бір осында сияқты болдым. Все, друзья, давайте. Айда купаться. Вода, парное молоко. Вода классная. Погода отличная. Давай. Ныряй. Гордым копан тут. Амплитуда больше. Короче, бр метр. Бр метр ровно. Разница. Друзья, вот и закончилась очередная рыбалка. День прошел удачно. Классно. Классный день, хорошо отдохнули. Успели порыбачить, поспать, отдохнуть, побродить, искупаться, позагорать, в общем, все было. Правда, рыбы сегодня мало было, всего 6 рыб, из них 4 это мелкие, отпустили, остальные 2 мы приготовили. Кстати, рыбу приготовить попробовали, приготовить в фольге на углях, очень классно получилось, вкусно. Картофель.
Картошка, да, картошка, как она, детство называется, да. Короче, картошка в мундире тоже очень вкусно получилось. Так, погода отличная сегодня. Сегодня что у нас, 28 июля, да? 28 июля. Угу. Погода хорошая. Единственное, по неизвестным причинам в этот раз рыба на кукурузу не клевала вообще. Только на червя. Хотя последний раз на кукурузу с удовольствием клевала. Хотя тогда не бондюэль, а кормовая кукуруза была. Приготовлена с чесноком, как положено. Ну, кормовая, мне кажется, в этом плане очень, не знаю, удобная. Так как мелкая рыбешка не трогает, так кукуруза сама по себе крупная. И тогда подлещики были, да? Карасики довольно-таки хороших размеров. А сегодня что-то вообще. Вот, на спиннинг тоже пробовали. В основном на донку сегодня, а вот на спиннинг что-то вообще ничего не попало. Ну, в целом, просто отдохнули хорошо. Как говорится, съездили на рыбалку, заодно порыбачили. Всем пока, всем удачи. Всем удачи. Пока-пока.